Из аэропорта Астаны вылетели задержанные после пожара рейсы, как международные, так и внутренние. О возгорании стало известно сегодня около 8 утра. Горела электрощитовая, площадь возгорания составила почти 15 квадратных метров. Временно отключилось электричество. На место инцидента приехали 58 человек личного состава ДЧС и 20 единиц техники. Огонь удалось потушить спустя полчаса. Уже к 11 утра работа в терминалах внутренних и международных рейсов возобновилась. Қазір көп жаңағы ақпарат шығып жатыр. Осы өрттің салдарынан әуежайдың барлық жаңағы данныйлары жоғалып кетті деген. Бұл ақпарат шындыққа жанаспайды. Электр жүйесіндегі осы түтіннің салдарынан біздің серверный дейміз ғой, сол зақым алды, бірақ ешқандай деректеріміз жойылып кеткен жоқ. Тем временем в Комитете гражданской авиации напомнили, в каких случаях пассажиры могут рассчитывать на компенсацию. Если рейс задерживается по вине авиаперевозчика более чем на 2 часа, людям должны предоставить напитки. Если же задержка длится более 4 часов, то и горячее питание. Свыше 6 часов размещение в гостинице. Кстати, с 1 мая по 24 декабря аэропорт будет работать только в дневное время. Это связано с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы. Пресс-службе заверили, что это не повлияет на качество услуг.